Подходит к концу обычный рабочий день. Люди спешат домой. А кто-то в стремлении скорее попасть в родные стены прибегает к экстремальным методам проезда. $99 – максимальная цена за поездку на электричке с платформы Расторгуева до Павелецкого вокзала, без учета скидок и льгот. Ради незначительной экономии некоторые готовы совершать необдуманные поступки, которые могут привести к печальным последствиям. В прошлом году у нас погибло 4 человека на железнодорожной транспортной инфраструктуре. В этом году уже погибло 3 человека. Под патронажем Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проходит совместный рейд «Сохрани себе жизнь». Цель – не только засечь нарушителей, но и спасти граждан от необдуманных поступков. Большинство жителей соблюдают правила безопасности на железной дороге. Своевременно нужно оплачивать проезд на железной дороге для электричек и поездов и не перебегать. Это опасно для жизни, если человек нарушает правила. Лучше оплатить проезд и просто спокойно сесть на электричку, нежели бегать, подвергая опасности себя. Потому что много людей, которые не замечают поезд, они бегут. Нашлись и те, кто, несмотря на проводимый рейд, пересекал пути напрямик, перемещаясь с платформы на платформу. Прям в камеру, да? Прям красава. Все, да. За правонарушение молодым людям грозит штраф. Существенно подняли штрафы и надеемся, что они помогут уменьшить статистику нарушений. За неправильное пересечение железнодорожных путей с августа месяца 2003 года введены новые штрафы в размере 1500 рублей. Приобретение билета и перехода пути в предназначенном для этого месте достаточно, чтобы обезопасить себя. Не подвергайте жизнь опасности. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.